Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Да, это работа Септимия Сигония. Он величайший знаток природы древних свитков, но... увы. Его уже давно с нами нет. Слишком давно. О, нет. Надеюсь, что нет. Но даже я не видел его много лет, а мы были друзьями. Он увлекся двемерами. Ушел на север. Сказал, что нашел какой-то старинный артефакт. И с тех пор его никто не видел. Если захочешь его отыскать, ищи в ледяных полях. На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии, понятно?
небесные. Посмотри на эти руины. Удивительно.
это нравится все меньше и меньше. Thank you.
шагу больше. Шагу больше. Уходи! Yeah!
Я кручусь, так что мы пока держимся. Погляди. До встречи. Если ты ищешь Ранмира, да немного того, немного сего. Ладно.
Здесь покоится Изграмор и самые доверенные его военачальники. Будь осторожнее. Первые соратники. Лучшие воины покоятся вместе с Изграмором. Тебе придется показать им, чего ты стоишь. Нельзя сказать, что ты нарушишь их покой. Бьюсь об заклад, они нас ждали. Они просто хотят тебя проверить. Приготовься к славной битве. Верни в Утрат Изграмору. Она откроет дорогу. Кодлок был прав. Я позволил жажде мести подчинить себе мою душу. Я не жалею ни о чем, что мы тогда сделали. Но я не могу идти дальше, пока мой ум затуманен, а сердце в горести. Ладно. Ты что-нибудь... Я тебя... Тебе не рано. Что-нибудь слышишь? Я чувствую. Не могу идти дальше, брат по оружию. После того, Каирна, я не могу выносить этих гнусных, ползающих тварей. У каждого свои слабости. Это моя. Гордиться тут нечем, но я останусь с Вилкасом. Передай от меня поклон Изграмору. Ты что-нибудь слышишь? Давай,
растяпа. А? What?